Здравствуйте, капитан, я разбился этими сампарями. Вот, ребят, всем привет, с вами я, Усан. И сегодня, ребята, я решил посражаться с зомбарями. Здесь будет хорошая идея, и я выживу. Ладно, давайте начинать. Так, ребят, мне мой босс, капитан, дал две пушечки и парашютик. Парашютик не знаю зачем. Наверное, чтобы приземляться мягко. И дал мне дробашек и свою снайперскую винтовку. Смотрите, ребят, сколько тут зомби, давайте с ними расправляться. Куда я стреляю? Так, ребят, мне, ай, мне говорил мой босс, что с дробовиком маленький зомби уничтожится с одного удара. И да, я увидел, что он реально уничтожится с одного. Так, смотрите, ребята, кто это у нас тут? Сейчас, ребят, мы ему устроим сюрприз. А! Нет, это толстяк! Ой, ребят, толстяк с двух ударов грохнулся. С двух ударов, ребят. Так. Ребят, нам надо пройти в город. Мне босс говорил, что за этой волной зомби на их пасе есть город за ними. Надо, ребят, это как-то сделать. Ой-ой, толстяк. Не. Так, ребят, надо быстрее защищаться от них. Нет, ребят, это тупик. Нет, я умер. За что, ребят, за что меня грохнули? Эх, вы. Мои напарники какие-то вообще. Ребят, скажите. Так, ребят. Я не знаю, конечно, когда мы доберемся до этого города, но капитан говорил, что он находится очень близко. Ай, нет, это толстяк. Ай, хватит. Ай, мистер. Ну, а, ребят, придется взять машину. Мах добирался пешком до этого города. Зомбарей. Вот, ребят, тут куча тачек есть. Прикиньте. Вот, ребят, например, первая точила. Ее мы сейчас, конечно же, залезем. Все, ребят, мы сели. Поехали. Я не очень управляю, у меня нет прав на вождение тачкой. Но все-таки клево же. Юпи! Все, ребят, доехали. Саживаемся. Тут должны, ребят, быть зомбари. Не про этих, ребят, зомбарей, а про тех, которые еще могут быть в городе, прикиньте. Мне говорил капитан, что еще в городе есть зомбари. Но я пока что никого не встретил. Ну, они не думаю, что считаются с того, кого надо. Ах ты ж. Ну, ребят, я пока что никого еще не встретил из этих соседских. Так. Что это? Ой. Ах, это толстяк еще один. Грохнул меня, ребят. Ну, ладно. В общем, ему... Никаких зомбарей я не увидел в городе. Может, они там реально есть. Так. О, ребят, куда я полетел? Ты что, автопилот? О, и все куда-то. Да, ребят, это водительское сиденье. Я поднимаюсь. Чё? Да, ребят, их очень миллион. Не вам, ребят, давайте, помогите мне. Хоть кто? Ай! Меня толстяк грохнул, и моя пушечка здесь лежит. Эх, как же плохо. О, ребят, может, я что-то могу купить, какие-нибудь поинты, может? Ну, почти поинты. Так, ладно, ребят. Капитан, может, с тобой можно пообщаться как-нибудь? Нет, с тобой никак не пообщаться. Так. Блин. Ребят, мне нужен совет от капитана. Мне нужен совет от капитана. Очень сильно. Так, где этот капитан? О, привет, босс. Капитан. Услуга. В общем, дай мне совет, как разобраться с этими зомбарями. Вызови вертолет военный и полети... И стреляй с воздуха. Понятно. Не знаю, ребята, как я это сделаю, но ладно. Так,
как вызвать этот вертолет. Угу. Интересно. О! Все, ребята, мы залезли. Так, я так понимаю, надо сесть за водительское. Так, это взлетать. Так, ух ты ж, ну ух ты ж. Так, давайте, ребят, не знаю, куда полетим. Нет, подождите, нам, ребят, надо наоборот опуститься немножечко. Все. Ой, нет, ребят, слишком близко. Идеально. Так, где эти зомбари? Ну так, ребят, я уже некоторых вижу. Давайте прицелимся. Сейчас будем их мочить. Не. Готов, ребят, один. Ну и второй сейчас. Блин, он не готов, что ли? Ну, сейчас точно будет готов. Хорошо, ребят, рано игры закончились. Сейчас, ребят, сейчас я с этими зомбарями. Ай, уж поближе-то. Я же сел. Ага, опять сел. На водительское. Ладно, ребят. Так. Можно поближе подойти. Не знаю, ребят. Может, сам за фиолетовый за... А! Ребят. Ребят. Я наоборот себе сделал больше крутости. Лёня, он не со мной. Нет, ребята, если сейчас... А, нет, я упал! Они просто не знают меня. Я схомячили. Стоп, ребят. Так, а где логика в этом режиме? Ну, раз мы сражаемся против зомбарей, люди против зомби, так я же... Ну, ребят, я похож на зомби? Как вам? Я думаю, что я вам похож на зомбаря. Не знаю, что зомби так не считают. Ну, да, у них же нет мозгов. Значит, они точно не считают, что я зомбарь. У меня же есть пушка. Ну ладно, ребят. Сейчас посмотрим, как эти зомбари полюбят пули в рот. Как думаете, ребят, с чего стрелять? Ладно, щиточка. Ехал Рунтик на тележке. Раз, два, все мальчишки. Каму два, каму три. Дирижером будешь ты. Крутяк, ребят. Мне как раз так хотелось взять. Рушка. Текс, ребят. Вот они все. Все ко мне! Получайте! Нет, ребят, я лучше буду стрелять за бойка. За бойка они хотя бы по одному газу. Не. Да, все. Ой, ребят, я в тупике. Так, все, мне отходить ни в коем случае. Нет! Ребята, меня перезарядкай! Больно вообще-то. Не. Все, ребят, готовите. Боссы. Вот еще зомбари. Не вам. Не. Ну и тебе. Так, ребят. Умай. Не, в бошку, ребят. А это он прям не знал, куда. Ну, ребят, и последнему зомбари. Ой, ребят, разбираемся с этим зомбарем. Все. Ну и с этим можно, конечно, разобраться. Блин. Один патрон. Ребят. Я не промазал, но я... У меня сразу проблемы большие, ребята. Надо с этим разобраться, дэдьми. Фух, готовы, ребят. Надо, ребят, быстрее сваливать отсюда. Только как? Как мне отсюда свалить? Он не толстяк бежит. Толстяк, ай, бе. Я свалил отсюда нехорошим путем. Блинский. Ну ничего, сейчас мы им дадим. Я гигант. Ребята, атакуем гиганта. Прицеливаемся, ребят. А, ты чё, бедюк? О, ребят, это плохо. Это очень-очень плохо. Спасите. Кто с воздуха стреляет? Сейчас этому гиганту по башке. На тебе. Ну, да, пойдем, ребят, разбираться с этим зомбарями Невом. Да. Эти зомби какие-то бесконечные. А тебе не убежать сейчас, ребят, просто на пролом бегу в город, блин. Не вышло на пролом, ребят. Ну, ладно, ребят, на этом уже будем заканчивать. Не забудьте ставить лайки, подписываться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а с вами был я, Русен. Всем пока-пока! Всем покеда, пикида, чао-какао!